В Национальном университете Одесская юридическая академия начался новый учебный семестр. После длительной карантинной паузы тысячи студентов вновь приступили к традиционному обучению. С возобновлением занятий всех учащихся поздравил президент университета Сергей Кивалов. На оживленной улице Академической 2 побывала и наша съемочная группа. Набравшись сил после зимних каникул, студенты Национального университета Одесская юридическая академия приступили к учебе. 21 февраля в стенах вуза вновь заиграла жизнь. Тысячи учащихся из разных уголков Украины после длительного перерыва встретились со своими одногруппниками, друзьями и преподавателями вживую. Президент Одесской юракадемии академик Сергей Кивалов отметил, что в храме знаний и науки в этот день царила настоящая праздничная атмосфера. И я вам хочу сказать, что студенты более 90% на занятия. У нас такой явки в первый день занятий никогда не было. А вот сегодня они есть. И вот дети приезжают же со всей Украины. У нас же более 90% это иногородние студенты, которые приезжают со всех регионов нашей страны. И они заранее купили билеты, вот мы им разрешили занятия там с понедельника, мы им разрешили, чтобы они приехали, кто-то в пятницу приехал, в субботу, в воскресенье, поселились в общежитии, они подготовились, там навели порядок в комнатах, потому что заработал студенческий совет. Ну вот жизнь закипела в Национальном университете юридической академии, я считаю, что это очень хорошо. Студенты выслушали напутственные слова президента университета, а также задали интересующие их вопросы. Молодежь отмечает, что руководство родной альма-матер к ним всегда прислушивается и старается сделать все, чтобы им было максимально комфортно получать драгоценные знания. У нас накопилось огромное количество мероприятий, которые мы хотели провести совместно со студенческим советом Национального университета Одесской юридической академии и первичной профсоюзной организацией. Уже начинает работать приемная комиссия для наших абитуриентов, и студенты 4 курса также сдают ЗНО. То есть очень важно им именно очное обучение, вот этот поток информации живой, который отдает преподаватель студенту, это очень безусловно важно, поскольку поступать в магистратуру ребята должны быть подготовленными. Наразі в нас була зустріч сьогодні з нашим президентом академії, це Сергієм Васильовичем Киваловим. Він дійсно завжди підтримує студентів, завжди з нами зустрічається, запитує щодо наших гуртожитків, так як Національний університет Одеської юридичної академії дійсно може похвастатися такими гуртожитками, тому що в них дуже комфортні умови проживання, і це дійсно допомагає студентам бути завжди в тонусі і бути класними. Для кого карантин начался с 3-го курса, а кто и вовсе до сих пор не ощутил вкуса студенческой жизни, ведь к дистанционному обучению привыкли со школьной скамьи. 21 февраля и первокурсники, и студенты магистратуры одинаково были рады началу традиционной учебы. Чувствуется, что они длительное время не находились в университете, а это сегодня они здесь. Сегодня они будут осваивать те дисциплины, которые помогут им в дальнейшем быть востребованном в нашем обществе. Вот это, наверное, самое главное. Одесса – город науки и образования. Он всегда был таким. Одесса – это тот город, куда хочется приезжать. И вот наши студенты с большим удовольствием приезжают и учатся здесь, живут, работают. Те, кто поступил учиться, они считают себя уже одесситами. И знаете, вот то, что они любят свой вуз – то это видно невооруженным взглядом, что они патриоты своего вуза, своего города, своей страны. В этом и заключается вот один из самых главных элементов воспитательной работы. Когда начался карантин, конечно же, было очень грустно, потому что дома это совсем не то. Все-таки в стенах академии намного веселее и лучше, и преподавателей захотелось все-таки увидеться, соскучилась. Все обставления не могут не радовать, адже мы довго то все-таки сидели на карантине, все пары проходили в Zoom, и не вистачало цього самого колориту аудиторії, твоїх друзів-студентів поряд, цих емоцій, звичайно, це не може не радувати. 2022 – год инноваций. Это в очередной раз доказал Национальный университет Одесская юридическая академия. Так был создан факультет адвокатуры и антикоррупционной деятельности. Уже сегодня это довольно популярное направление, которое, заверяет президент вуза Сергей Кивалов, будет пользоваться большим спросом во время вступительной кампании.
факультет адвокатуры и антикоррупционной деятельности. Это абсолютно новое направление по подготовке высококвалифицированных специалистов для правоохранительных органов, которые осуществляют деятельность борьбы с коррупцией. Это такие, как Национальное антикоррупционное бюро Украины, это Высший антикоррупционный суд, это Национальное агентство по предотвращению коррупции и другие правоохранительные органы, которые осуществляют борьбу с коррупцией. Немаловажно, что в Одесской юридической академии учится большое количество иногородних студентов. Общежития университета для молодежи давно стали вторым домом. Студенты говорят, что условия не сравнятся ни с одним другим вузом страны. Безопасное проживание и противоэпидемиологические работы тут занимают важную роль. Наші гуртожитки, вони завжди підготовлені до того, аби студенти вже заїжджали. В них завжди проводиться перевірка, не пропускають так само без масок, без вакцинації або ж тесту, тому що ми в першу чергу маємо дбати про своє здоров'я. В гуртожитках, наскільки мені відомо, я сама проживаю в гуртожитку, регулярно проводиться дезінфекція, регулярно проводяться епідеміологічні заходи, на яких нам повідомляється, як себе поводити і як проживати в умовах карантину. Новий учебний семестр стартував. А це значить, що Національний університет Одеська юридична академія повним ходом продовжує підготовку висококваліфікованих кадрів. Від знання, які отримані в аудиторіях Одеської юридичної академії, залишаються в пам'яті надовго.